все говорят, что мы скоро погрязнем в мусоре. Давайте проверим, так ли это. Мусор занимает совсем немного земли. Ну, чуть-чуть. Так, по чуть-чуть, и две Франции из отходов вмещаются на нашей родине. Зеленый вектор – это комплексное решение проблемы. Оно состоит из 5 элементов. Первое – создание инфраструктуры для раздельного сбора отходов. Второе – внедрение экообразования. Третье – организации раздельного вывоза мусора. Четвертое – проведение глубокой сортировки вторсырья. Пятое – строительство завода по переработке мусора. Мы придумали урны, достаточно экологичные. То есть, если она вышла из строя, ее тут же можно утилизировать, не нанося вред окружающей среде. Но мусорка – это полдела. Она так и никогда не выполнит свою роль, пока не попадет в нужное место. И люди не научатся ее использовать. Давайте вот посмотрим, куда какие отходы, да, можно рассортировать. А вот этот вот ящик. Пластик. Пластик, правильно. Это как игра. Это все равно, что разложить кубик как-то там по цветам или вот рассортировать мусор по этим контейнерам. Пластик, бумага. И это делают еще довольно отходы от того, что вот я справился вроде как с заданием. Отходы вывозятся разными мусоровозами. Один из которых идет на утилизацию, на захоронение, то другие три вида отходов, они идут на переработку. Когда машина привозит отходы, они попадают на эту площадку, и здесь уже люди ручным способом отсортировывают их в различные такие вот большие кипы. Бумага определенным образом складывается в специальный пресс и кипуется для того, чтобы уже вот именно эта продукция попала на мусороперерабатывающее предприятие, которое из этого сделает уже вторичный картон или бумагу, или тетрадки. Проект успешно реализован в маленьком уютном Кирове. Теперь мы планируем организовать раздельный сбор отходов в городе побольше, Калуга. Давайте поможем детям научиться заботиться о природе. Установим в школах контейнеры для раздельного сбора отходов. Присоединяйтесь к нам. Оживляйте землю вместе с нами и получайте от нас эксклюзивные призы от эко-сувениров до дизайнерской одежды. Рассказывайте о нас друзьям и следите за новостями проекта на planeta.ru, а также в нашей группе на Фейсбуке.